пробираемся, друзья, через такие дебри. И вот сейчас здесь бугорок такой, кусочек. Будем здесь рыбачить. Почти вышли. Практически еще немножко. И можно нанести. Вот оно, место наше, где мы будем рыбачить. Сетка лежит. Всем привет! Приехал на рыбалку на такое замечательное место, хорошее. Сегодня у нас погода хорошая, ветра нету, облачно, на улице тепло. И в принципе вот здесь будем рыбачить в таком хорошем месте. Что, все, погнали. Разматываем удочки, начинаем нашу рыбалку. Поехали. Друзья, будем рыбачить на опарыша и навозный червь. Пробуйте на него красное. Будем рыбачить на таком чудесном месте. Узко здесь. И вот хорошее место такое для рыбалки. Разматываем удочку. Надеваем наживку, друзья. Начинаем нашу рыбалку. Буду ждать трофеев. Трофейчик подойдет. Так, опарик на средний крючок. Штуки 2 оденем, 3. А на нижний червячка оденем. Прям за кончик. Так получается. А сюда на нижний. Уже будем насаживать червя. Так, крючки маленькие. Червячка прям немного оторвем. Не хватает. Друзья, будем надеяться на хорошую рыбалку. Может, что-нибудь повезет нам поймать. Так, вот, друзья, есть поклевочка. Так, 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 ага, вот, ага. Есть, ага, есть, ага, вот. И давай. Поклевка есть. Так. Так. И сейчас поведет. Так, такая аккуратная поклевка. Есть поклевка. Так, ага. Давай, родной. Ага, давай. Долго клюет. Оп. Давай. Есть. Поводок положил. Так, есть. Ух, нифига. Что там? Карась попался. Опа, тихо. Карасишка. Карасевич попался, друзья. Очередной карась. Опа. Вот это карасик хороший. Красавец. Такой, блин, хороший, можно сказать, карасевич. Так, друзья, вот и первый карасик попался у нас. Взял на червя. Со дна. Нормальный такой карасевич.
клевка. Вот, давай. Есть поклевка. Так. О, как потащил. Есть. Нифига, еще карасик попался. Так, аккуратно вытащим. Такой неактивный карась. Тихо. Опа, есть. О, друзья, карасевич попался. Еще один черный карасик. Тихо ты. Так, пускай плывет нам. Тихо. Давай. Тихо. Давай, плыви. Сегодня караси будем отпускать, пускай плывут. Трава здесь ему тяжело. Сейчас он поплывет. Ушел. Вот такая рыбалочка. В ноябре карась охотно берет на червя. А опарыш у нас молчит пока. Как-то так, друзья. Штиль, ветра нету, полная тишина. Так, друзья, пока поклевок больше нету. Два карасика был у нас, и все, пока тишина, клева нету. Ни окушка, ни плотвички. Полная тишина. Там где-то плещется вдали рыба. Полная тишина. Попробую глубину, может, поменьше поставить. Ну, два карасика засок. Час нам. Полтора на нас сидели. Вот. Поклевки карасики были. И все. Полная тишина. И то. Друзья, небольшое течение здесь. Поплавок тащит слегка. Вот рыбка плещется, мелочь такая, а клевать не хочет. Да, скоро уже лед станет. Будем ждать. Первый лед. Так, друзья, есть поклевка. Так. А, вот. Так. Так, есть поклевочка. Ага, вот. Поклевочка.
Вот он. Все. Павел. Есть. Уточка гнется как. Гнется. Что там? Карась. Ага. Карасик. Попался. Тихо. Какой буйный. Канасевич. Шли сюда. Ты уже на крючке. Опа. Опа. Вот такой, друзья, хороший, прям гигантский карась. В ноябре. На червя. Красавец наш. Тихо ты. Такая рыбалка, друзья. Чисто красиво становится. Так, на червячка посадить, поменять и снова забросить. Ну, опарыш вообще как стоял, так и стоит. Тишина. Никто не хочет клевать на опарика. А червячок вот, нижний крючок. Карась схватил нас. Маленький уже стоит. Все-таки он его схватил, нашу червя. Такой прям пучок хороший посадим. Вот так как-то. Почему нету поклевки? Ни плотвы, ни окуня, ни подлещика. Полная тишина, друзья. Как будто здесь другой рыбы и нету. Вот получается, где-то 2 часа времени прошло. 3 карася клюнуло, и все на этом. И одна такая поклевка бака, это слабая. Как-то так. Да, туман садится. Уже темнеет. Какая у нас погода сегодня? Вот что-то вроде клюнуло. Нет, просто влажная поклевка была. В общем, вот такая рыбалка, вот такие караси клюют в ноябре. В принципе, нормально. 3 карасика есть. Одно мы отпустили. 2 у нас. Так, друзья, посидели еще, наверное, сколько? Минут 15. Больше нет поклевок никаких. Все, пройдем вперед. Здесь обойдем лес. Попробуем там возле камыша покидать. С той стороны камыш есть бревно, и может там что-то будет. Если там не будет, то еще немного пройдем вперед, где стоят корабли. Попробуем там покидать, возле кораблей. Посмотрим, может там рыба будет какая-нибудь клевать. Где нам пройти здесь? Вот тут бобер живет у нас. Вкопал себе такую яму большую. И нарай вот где-то там. В той стороне. Так, где нам пройти здесь вообще? Дороги нет. Фига. Сегодня пролезем сейчас. Тяжело пройти вот. Удочка еще не собрана у нас. Ох. Пробираемся через заросли. Так, что-то где-то прошли. Заросли сильные, конкретные. Так, друзья, еще немного осталось пробраться через этот лес. Кругом бутылки валяется, мусор.
Иди нам еще посмотреть, покидать удочку. Тут камыш, навряд ли здесь что-то будет, потому что здесь мелко. Здесь мелко у нас. Ничего не будет. Так, еще немного пойдем вперед. Там посмотрим сейчас место. В общем, выбрались с леса. Вот здесь сейчас посмотрим. Чтобы клевать. Погода какая хорошая стоит. Ветра вообще нет. Вода чистая-чистая, как зеркало. Так, здесь не пойдет. Здесь не пойдет. Пойдем к той базе. Будем покидать. Так, друзья, подошли почти к барже. Может, здесь еще будет какая-нибудь мелочок клевать. Может, подлещик схватит. Так, прошли мы весь берег, там кидали, здесь тоже сейчас сидим рыбачим. Клёва нету, рыбы нету. В первом месяце мы поймали 3 карася, и то мы там просидели 2 часа. Все, друзья, собираюсь домой. Ставим лайки, пишем комментарии, обязательно подписываемся на канал. Всем пока, я домой.